Всем привет, ребят, с вами Кардинал и Скелетор. Вот он там летает. А, где ты? Вот здесь. Сука, бешеная. А, вот. Станция Спартак 4 выпуска на 7-й фиолетовой краснопресненской ветке. Вот, в принципе, подлагивает немножко. Спартак станция. Стейшн, Спартак Стейшн, вот. Справа у нас находится Тушинская и слева Щукинская. Но по идее это должно выглядеть как-то вот так вот. Вот, то есть сначала должно быть здесь. Вот так она у меня выглядит. Вот, красных стен Спартака нету, цензура не пропустила. Вот. Да, клуб рабай, пидораса. Да, вот никак, не пропускает цензура. Красные цвета. Вот, здесь я сделал какие-то камеры заключения, вот. Люки всякие, сиденья НКВД и прочее, да. Вот, касаемо станции открыта 30 августа 2014 года, это уже с именем Спартак, вот с этой новой оболочкой. Проектное название станции это Аэрополе, это 67 год. Названа Волоколамская, она была в 73 году, после ее закрыли, и в 10 году ей присвоили название станции Спартак. Вот. Округ северо-западный, тип станции Коломная, глубина заложения 10 метров, то есть она такая низкая, вот, не очень глубоко заложена. Количество платформ одна, вот она в принципе такие. Тип платформ островная, форма платформы прямая, да. Ширина платформы 10 метров, в принципе такие. Код станции СП. То есть не цифры, а буковки S и P. Большая S, маленькая. Спартак. Да, Спартак, Спартак. Доступ для людей. Также есть на станции доступ для людей с ограниченными возможностями. То есть, по идее, здесь есть какие-то такие эволюции. Для дотеров. Да, дотеры могут пройти на эту станцию спокойно. Вот. Хотя, на самом деле, вот этот доступ с ограниченными возможностями, по-моему, это отчасти бесполезная штука, потому что, ну, не знаю, на этой станции никто никогда не ходит, а только во время матча... Инвалиды животные. Да, а во время матча тут вообще никого нету, то есть, ой, инвалиды тут не пройдет, здесь одни фанаты бешеные, такие, ууу, Спартак чемпион, вот, другие не пройдут. Вот, ну, в принципе, касаемо Спартака, вот так он выглядит, шейдеры включать не буду, а то будет боль. Бой, мы пока не потянет. Да, нужно обновляться. Грудинам. Вот. Ну, в принципе, вот так это все дело выглядит. Вот такая станция Спартак. Ну, а с вами был Крудинайс, Крэдианс и Селектор. Вот. Селектор. Здорово, привет. Да, Селектор. Вот, так что на этом, в принципе, таки все. Всем пока.